Главные факты о жизни участников армянского вокального талант-шоу National Singer 2019 из уст самих участников. Я обратился к нашим героям в Instagram с просьбой рассказать о себе. И вот, что удалось узнать. Сегодня говорим об обворожительной Ане Оганян. По знаку зодиака Скорпион, родилась 13 ноября в небольшом армянском городе Армавир. Девушке 22 года. Когда Ане было 3, семья переехала в Санкт-Петербург. В 6-летнем возрасте родители привели дочь в вокальную студию, где Ане и начала свои первые шаги на сцене. Участвовала во многих всероссийских и международных конкурсах, стала обладательницей президентской премии Российской Федерации по талантливой молодежи. У Ани есть старший брат. После 5 класса вернулась на родину с братом. За 3 месяца летних каникул Оганян научилась читать и писать на армянском. Пошли в армянскую школу. Обучение в Армении продлилось 3 года. Для девушки все было новым, непривычным, но очень родным и теплым. После Ани Оганян снова вернулась в Питер и поступила в музыкальный колледж имени Мусоргского. Сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и искусства. А также преподает вокал детям в Выборгском дворце культуры. Из хобби любит изучать языки. Это ее страсть – знать язык, знать о странах, о традициях. Погружена в изучение английского и очень хочет выучить испанский и португальский. Путешествия и спорт также обожаемы Ане. Бегает по утрам, смотрит футбол, когда позволяет время. Любимая команда – Ливерпуль. Любит встречи с близкими друзьями. Друзей мало, знакомых много, утверждает девушка. На удивление, не любит шопинг. Ребят, я надеюсь, вам понравилась моя рубрика «Факты из жизни участников Национального певца 2019». Обязательно нажимай на колокольчик, подпишись, стань частью моей интернет-семьи. И я не прощаюсь, а говорю до скорых встреч, где? На моем канале. Па-па!